Слушай, ну это топ-эльф, по-моему. По-моему, топ-хай. Значит, посмотрю, конечно. По-моему, это топ-1 хай. Ну, с такой командой я понимаю. Мое почтение. Ну, пойду бахну вам этот прогноз. Ну, вантерн у него бесячий, у меня пока нету СФов. У меня маловато МБ. Это плохой матч. Ну, типа, вроде это приятный матчап, врать не буду, но не могу сказать, что при этом шансов много. Очень большая разница в команде, и вот этот вантерн от зачетки до зачетки. У него слишком хороший вантерн от зачетки до зачетки. Ну, чё, Колян, предлагаешь взять? Я послушал твое мнение, кроме мага. Маг очевиден. Он еще играет в два рерола. Лол, кек. То есть маг... Взятку, очевидно. Я думаю, стоит ли добавлять гномика с пяткой? Наверное, нет. Наверное, еще взятку и девочку. Я так смутно догадываюсь. Маг, две взятки, девочка. Вроде нормальный стандартный джентльменский набор. Че еще можно взять-то из интересного? Шутки про каток. Да, это топ-1. Я посмотрел, это топ-1 хай. Спасибо, что не орков дали. Орками я бы тут вообще без шансов. Гномами можно поиграть просто хоть как-то. Хотя очень неприятная Тима. Тима очень неприятная. Я говорю, у меня нету ПОшки. У меня много чего нету. Я не могу сказать, что это хороший матч. Типа, у него очень приятная команда для того, чтобы играть с гномами. Он же просто на муви меня, скорее всего, растерзает. Посмотрим, конечно. Ну и, судя по счету, он, в принципе, умеет играть. Ну, складывается ощущение по счету, что он должен что-то понимать в ББ. Но это не точно. Сердцем за гномов, мозгом за хаев. Ну, я вам ставочки дал. Ставьте на кого хотите. Я в последнее время много ошибаюсь, но я бы на себя не ставил бы сейчас. Я имею в виду на победку. Скорее всего, ничейка или поражение чисто из-за вантернера. Вантернер очень жесткий. То есть, будь у меня там, ну, не знаю, что могло бы мне помочь. Тут даже СФы не особо помогли бы. Просто довольно сильный минусовый матч. Тут вся надежда на то, что у меня зайдет внезапно какой-то пробой. Ну, слушай, согласись, что тот матч, который я выиграл у Дарка, выигран, ну, плюс-минус чудом. Буквально один раз мячик шлепнулся куда надо, этого хватило. И, блин, игра дала реролы. Мне-то рерол нахер не нужен, а вот ему третий рерол в этой игре явно нужен. Так что, скажем так, не считая дикого лака в конце... В общем, такое. Там победкой не пахло. Так что мой прогноз скорее был правильным, чем неправильным-то, а? Так что не знаю, что вы мне тут предъявляете. Не, я нормально спрогнозировал прошлый матч. Просто оппонент хлебушек. Поставь он хотя бы двух игроков. У меня гол был, ну, просто на порядок сложнее. Привет, Фанора.
Поставь он двух игроков, у меня гол был, ну... Мне пришлось бы кидать 3 плюс додж. Без всяких таких ударов и так далее. Там на клетке посмотреть. Может быть, у меня был бы пас 4 плюс тогда через 3. Но все равно шансы хуже. Ну, Дарга говноед. Без вопросов. Говнарь тот еще. Типа он просто привез на ровном месте и все. Спасибо, что гномики не пробились. Просто говорю, у этого парня, я только не понимаю, зачем он Вантернера на поле выпустил. Типа, какой смысл? Вот я смысла вытаскивания Вантернера на поле не уловил, честно. ТВ жмет ему, ну, может быть. В принципе, эта теория не лучше и не хуже других. Мы стучим в 7-й армор с гардом. Придумать более приятную цель для старта тяжело. Оставляю. Жаль. Но говорю, по счету он умеет играть. Надо стату посмотреть, конечно. По стате, как бы, не знаю. Я играл с ним раньше. Я точно помню. Опционный пас. Ну, Элла не космос. Еле-еле на грани топа. Есть 1-4, но не такая уж хорошая стата у меня с ним, честно скажем. Плюсовая, но такая плюсовая. Хорошо, опять поедем в гард. Ну, он играет страту Джинни, короче. Он играет Джинни страту. Ну, флаг ему в жопу. Убежать всей команды от драки. Я Гриндальф просто последнее время в ББ особо не играю, поэтому я их и убрал. Поинты пока простаивают, сорян. Очень жаль. Видимо, мы не ударим. Я имею в виду так, как хотели. Thank you.
Можно. На взятки мы брали для этого. Пробили. К сожалению, взятка. Хорошо. Но теперь насчет взятки надо думать. Осталась еще одна. Ну, как сказал Бакалян, эльф не понимает, куда попал. Ну, фарми посыкшу. Ну, оборона не грязная. А тут делать просто больше нечего. Серьезно. Я не угонюсь за эльфом, мне нет смысла за ним бежать. У меня есть маг. Он сам прибежит. Типа, что мне делать-то? Мне нет смысла за ним что-то там гнаться, что-то придумывать. Подойдет, мы встанем в фул контакт, все. Примем его где-нибудь в районе средней линии. Какие проблемы? Ну, он типа думает, что он дохрена хитрожопый, но нет, он не дохрена хитрожопый. Мне надо просто не дать ему забить, я вот, ну, я его сделаю. Будь у меня больше эсэфов, я бы вообще не волновался. То есть, будь у меня чуточку больше эсэфов, я бы сейчас сказал бы, что я его вздрючу как суку. Но так как у меня с эсэфами все похуже, ну как бы... Ну, эльфы атакуют. Вот что происходит, Клейман. Эльфы атакуют, стоя всей команды у своей зачетки. Я постараюсь, Лока. Если он ошибется, я это сделаю. Пока он просто показывает ультрасыкливую игру. Вот и все. Thank you.
Ну, этого мы ждали, видимо, весь тайм, да, ебаный? Понятно. Спасибо, игра. Очень интересно получилось. Почаще бы так. Ну, два хода, тебе вперед пора идти, чё нет-то. Радуйся, что у меня ужасные кубы. Ну, зато игра быстрая, да, как Чапаев. Ну, наверное, влево побежит, я так смутно догадываюсь. Вправо вообще не пробиться. Слева тоже не сказать, что просто. Если мы молнией зажарим Агилу, было бы... Ой, Мувного было бы клево. Прекрасно. Ну, это менее прекрасно, но окей. Ну, вот пробой полный понос. Без вопросов. Ну, чё, как там? Гол? Нормально забил? Нет, не забил. Как же так? Как говорят мастера, что могло пойти не так? Ну, эльф не тупой, очевидно. Это самый неприятный парень на будущее. Из тех, кто не пробитый лежит. Ой, господи, обидно. Спаси, 1-1. Ой, господи, это я его 1-1 сжег, видимо. Ладно. Жаль! Что я могу сказать? Ну, вообще, это была не атака, это была блевотина, ребята. Типа, стыд и позор эльфу. Ну все, текай с города, как говорится. Занести можно, да. Через 4+.
Через 4 плюс занести можно. Не самый простой занос, но... Что поделать? Сосать эльф. Легко. Даже не почувствовал. Ну вот, что я могу сказать? Не играйте как эльф. Я имею в виду, что... Ну, это работает только против дурачков, которые ни разу это не видели. То есть один раз оно закатит. Один раз. На второй раз вас будут долбить в сракотан. Ну вот, как бы. Пропустить на своей атаке Хаями? Ну просто я говорю, я этот трюк видел на стриме дофига раз. Против меня играли этот трюк пару раз. Типа, ну... Это сработает только на новичке. Условно говоря, это работает только на новичках. На любом более-менее опытном человеке это не сработает, ну, практически никогда. Я это абсолютно серьезно говорю. То есть... Понимаете, я забил на его атаки без мага. Привет, Вован. Дела? Неплохо. Ну, я все хорошие кубы сбрасываю перед рублом. Хотя, конечно, блицы от Дарка были бесячие. Здесь даже ничего придумывать не буду, как бы. Ты записался? Я уже один матч сыграл. Было больно. Ждет второй болезненный матч. Сегодня. Еще более болезненный. Ну, Blood Bowl — это череда болезненных матчей. Ты в сквиках или в сале? Я в сале. Это моя основная ошибка. Бьем в седьмой армор. Ну, блин, у тебя, тебе залетел супер матч против комбинатора. Вот если в меня влетит такой матч автограф, я как-то не оценю пиво. Ну ладно. Гномик немножко присел. Но все равно у него типа минуса мне ок. Он еще встает в контакт, типа... Дядя гном, дай мне вылиться, пожалуйста. Но дяди гному не жалко. О, пошли эльфийские. Он эвакуирует игрока или что? Бля, ну чё? Охота дать мага, ребята. Дадим мага или затерпим? Он так встал, что прям, ну, типа, ну, хочется ёбнуть. Ну, кого я обманываю? Давайте. Чатик говорит, бах... Не, давайте пофанимся.
Маг говна полного. Жаль. Маг был разочарованием. Разочарованием. Эльфы еще и не ломаются. Вообще обидно просто. Грустный пока матч. И мало это импровит. Да, да, да. Во все поля. Ну, отскочил эльф еще. Маг, конечно... Ну, будем считать, что... Играем, поддаемся ему. Даем фору, потому что эльф слабенький. Эльф слабенький, даем фору. Сейчас ничейку из этого катнешь, на кубы не пеняй. Хорошо? Я согласен. Если катну из этого ничейку, слова не скажу. Это будет справедливо. Но он так сыкливо играет, что я даже не знаю. Посмотрим. Он же какой-то прям, ну, совсем сыкливый. Типа даже для эльфа. Два рерола я бы не отдавал. Рановато, мне кажется. На подстраховочку аккуратно. Ну, если эльф будет дальше так клёво пробиваться... Ну, он чё-то не хочет умирать, понимаете? Я ж его правильно, как бы, пыжу. Он просто чё-то не ломается. Как-то грустно это. Я стараюсь, ребят. Я не хочу сжечь ваши поинты. Я бью его от души. Просто этот тварь не ломается. При том, что дает себя бить, подставляется, делает странные ГФИ и вот это вот все. Опять какое-то ГФИ непонятное. По-моему, он уже сейвит Тиму. Ну, мне так кажется, что это сейф Тима. Да, да, он. Оно сдалось, ребят. Ваши поинты в сохранности. Вышел какой-то ультра-аутичный матч. Никакого интереса, никакого удовлетворения. И это топ-1 хай, да. Это самое грустное и неожиданное.
На самом деле, есть вероятность, что он сейчас играет другую стратегию. Я имею в виду, что есть люди, которые убегают, делая вид, что они сдались. Ты оттягиваешься назад, чтобы дать им сды, а они после этого хитро обратно бегут и нападают на мяч. Я не уверен, поэтому я как бы аккуратно блицану, без придумываний. Я так проиграл Рэшу в... Или не Рэшу. Короче, с кем-то в рубле я так насосал. Не помню кому. Нет, он сыкло. Все, сорян, сорян. Сейчас мы подумаем, кому вкладочку дать. Еще было на собесе. Тебя не взяли? Не, ну тут можно было пошутить потоньше, сказать, что были съемки у Вудмана или там что-нибудь такое, типа. А там оказался черный диван или тра-та-та-та-та. Ну, это как-то разочаровывает Фанора. Я имею в виду, хай мог бы постараться хотя бы. А ты, сука, а? Так почему было такое быстрое собеседование-то? Раскрывайте тайну. Ну, в общем, тебя можно поздравить с новой работой, или как? Единственное, чему стоит, ребята, поучиться у этого игрока, это тому, как сейвить команду. На этом его способности как бы все. Ну, молодец, посейвил, типа, Тиму, что сказать-то. Это, наверное, самая унылая игра с эльфами, которая у меня была. Я его просто обыграл 2-0 без индусментов практически. Ну, ладно, взятки играли, ладно. Но это единственное, что играло. Как-то, знаете, как-то разочаровательно вышло. Я люблю, когда эльфы сопротивляются, знаете, как бы. Как бы твое сопротивление только делает, ага, мой тверже и так далее, как было в немце про говорящего коня Сталлоне. Вот. Ну, хоть не душил время. Да, это не флибустьер, конечно. Я согласен, что это не флибустьер. От слова совсем. С флибустьером играть было бы грустно. Опять же, он атаку отыграл, типа, ну, на мой взгляд, не знаю. У него как будто просто вот тупо не было плана Б.
Вот у него ровно был один план, ровно один, и он все на него поставил, такой типа, ха, погнали, типа, чё ты? Мне просто кажется, что одного такого плана, ну, просто мало, просто мало. Я не оценил, в общем. Но если бы камень пролетел в Антернер, я бы сказал, что это справедливо. Но, видимо, нет. Скорее у меня сейчас кто-нибудь умрет. Я не знаю. Кстати, а меня, оказывается, выбили из топ-5 гномов. Я только сейчас заметил. Лолки. У меня, правда, меньше всего игр из топ-5. Ну да ладно. В принципе, в топ-10 только одного парня еще меньше игр, но он там вообще почти не играл. На, поинты ж. Я думаю, можно смело выдать поинты. Что-то какие-то эльфы сегодня попадаются прям, ну, совсем такие, знаете. Типа, ну никакие эльфы, согласитесь. Султанчик попал на баллы. Топ-1 по баллам был Султан, он 28 штук поставил и все. И оказалось, что эльф, в общем, не Султан. Ну давай, гол престиж забейте свой. Ну молодец, хотя бы правильно выбирает, куда бежать, понимаете? Ну где смерть-то, а? Да мне тоже было стрёмно глядеть на его команду. Но оказалось, что он лох. Ну чё уж там. Ну ладно, не лох, ладно. Ну, страта говно, уточним. Я его практически без травм, без мага, чисто и позиционкой выдушил. Вот.